Добрый день. Я хочу рассказать про метод, очень старинный, связанный с использованием яичного белка для картин. Этот метод использовался и на Востоке, и в средневековой живописи. Покрывались акварель, темпера, можно покрывать гуашь. Это очень эффективный метод, который сейчас забыт совершенно. И он во много раз дешевле и надежнее, чем покрывать картины спреем. То есть покрывается белком, и видите, как изменяется сразу цвет. Вот. Насколько он становится глубже, вот, насколько он становится интенсивнее. И таким образом еще красочный слой закрепляется. Он предохраняется от разного рода внешних воздействий. От пыли, лучше хранится. Вот. Когда высохнет, то можно пройти еще один раз, чтобы образовалась от яичного белка очень тонкая пленка. Можно покрывать и фреску, тоже цвет становится намного глубже, вот, и предохраняется от различного рода внешних воздействий. А после высыхания нужно покрыть еще раз, чтобы образовалась из белка на поверхности как бы тонкая прозрачная пленка.